По. По. Интересно, что машина номер тоже такой прикольный. Ну, уже стекло разъебали. Пиздец. Ну да, уже стекла побили. А? Варвары, говорю, ничего не берегут. Сука, была целая. Корова. Да, и тут стекло разбито. А, ее типа схуярили, да? Да, да, да. Там стекло разбито. Нечто, по-моему, ключи были внутри. Кухонная утварь. Угу. Рояль. Играть умеешь? А? Играть умеешь? Научи. Садись, играй. Уже тоже подразъебали, блядь, варвары. А? Пока что еще все видно. Если нужно, говори. Мебель была антикварная. Да. Сейф тоже с ключом. Я никогда такой сейф не открывал. Вот. Где книги были, что-то я не вижу. А? Где книги были? Книга где? А? Книга где? Нету? А? Абсолютно новая лопата. Ага. Нулевая просто. Ну да, тут, видать, я скажу, что реставрируется. Не, ну здесь что-то... Сейчас мы отсюда выйти? Ну, блядь. А, может быть. Смотри, свет, получается, есть. Может быть. Да, я думал, здесь нет ход, ловушка меня. Что это за хуйня, коробка? Ну, хуй знает, хуйня какая-то.
Ну, скажу, что прикольно. Типа, новость просто на мебели. Угу. А, все. Провода просто новые. Да. Что такое, Антон? Что? Блядь, словно, я не знаю, блядь. Ну, не похоже на рабочий. Походу. А вот книги, а вот. Вон твой Адольф Гитлер. Где? А что за книга? Майн Кампф? Что? Нет. Нашел он там свою книгу, блядь. Нашел книгу? Да. А? Не надо дядечка только фоткать. Нет, я просто смотрю, в аптечке есть что фоткать или нет? А нет, в аптечке не стоит. Тарма. Не, ну тут поменялось чутка, но в основном все то же самое. Ну, здесь кто-то обитает, тут людей сюда частенько заходят. Ну, приходят, да. Приходят, приходят. Все, пойдем. Ну, что же искатели приключений? А? Ну, что же искатели приключений?
потом светишь Володьке в лицо. Ты кепку мешает, лица не видно. Что ты пожалуешь? А чем мне жаловаться? Я расстроен, что мы так быстро ушли с этой усадьбы. Я не успел рассмотреть каждую деталь мельчайших подробностей. Надеюсь, что сейчас в бомбарь попадем.